Молодые люди, что вы сделаете? Мы да так ничего не слышим. Да. А что, вас уборщиками в Швеции, вам зарплату платят? Да. Угу. Чипсы дают нам. Да. А, это вы за чипсы, да? Вот эти, которые соберете, заберете с собой, да? Это молодые люди приехали в Швецию для того, чтобы растоптать чипсов, им выдали щетки, и они убирать будут весь стадион всю ночь. Да. Всю ночь. Блин, давай руками, это невозможно. А руками тоже. Собирается. А щеткой. Это... Не пошли, засали. А кто еще был? Грабчак, Грабчак, да, там. Чипсы, честно. Музыка, Даник. Честное слово. Даник, музыка и Грабади еще. Давайте, убирайте. Ну просто это вообще глупость какая-то, кидаться чипсами. Ну... Ухакали из тарелок и бросали. Лёша, Лёша сам у меня в хэд попал. Ну, давайте, все получат. Нет, тут еще Матвей. А тут их очень тяжело убрать, потому что они кукурузные. Пускай, пускай. Опять? Поднимайте. Вот, да, Матвей. Матвей, на дорожку. Там легче будет. Нормально. Будешь Золушка. Три Золушки приехали из Латвии, чтобы убрать в Швеции стадион. Да. Я гол забил! Я гол забил! Давай нормально, нормально убирай. А хоть ты куда уходишь, а? Давай, держи, держи.